бой Виталика против Адранова. Так, оппонент снимает очень дальнюю дистанцию. Адранова стрейфится. Стрейфится зеркально. Так, оппоненты сближаются потихонечку, но Адранова не спешит, поскольку преимущество косы в дальней дистанции. Соперники занимают также дальнюю дистанцию. Кто не спешит сокращать разрыв. Виталий сбежает, сбежается, сокращает дистанцию. Виталий очень сильно подставляется, получает очень много урона. Виталий дымится. Адранова не дымится, Адранова очень хорошая игра. И Виталий проиграл. 1-0 в пользу Адранова. Итак, второй бой. Адранова против Виталика. Виталик теряет Адранова в начале, за что очень сильно подставляется. Так, бой идет очень динамичный. Оппонент стрейфится параллельно. Хорошо, параллельный стрейф. Опять параллельный стрейф. Оппоненты не собираются сокращать дистанцию. Однако преимущество косы в дальней дистанции. Виталик очень сильно из-за этого страдает. Нет, секунду на секунду Виталик загорится. Адранова даже не дымится. Хотя нет, Виталик живет на авторемонте. Виталик очень хорошо живет на авторемонте, у Адранова на дымах. И Адранова побеждает. Виталик проигрывает 2-0. Пользуется Адранова.